Добро пожаловать в студию Oriflame. Меня зовут Ольга, и сегодня мы с вами поговорим о любви женщин к шопингу. Даже если кто-то из нас не так часто делает покупки, в душе каждый является шопоголиком. Для нас шопинг – это истинное удовольствие, положительные эмоции и иногда даже снятие стресса. Сегодня я буду вашим персональным гидом в раю для шопоголиков с каталогом Oriflame номер 1 2016 года. Обратите внимание, что каталог начинает действовать уже в этом году. Некоторые спрашивают, нужно ли собираться на шопинг как-то по-особенному. Как настоящий шопоголик могу сказать, что да. Вы точно знаете, что хотите приобрести что-то необходимое или что-то для настроения. Но так или иначе, чтобы чувствовать себя уверенной, стоит начать создание образа с любимого аромата. Согласно результатам социологических исследований, аромат придает уверенность в себе любой женщине. Каждая десятая носит в сумочке любимый парфюм. Oriflame предлагает в каталоге номер 1 потрясающую новинку – популярные туалетные воды Miss O, Imagination и My Made Truth в мини-формате. Объема флакона хватит на 22 нанесения, при этом он займет совсем немного места в вашей сумочке. Возьму и я с собой свой любимый аромат. Начало для шопинга положено. Все необходимое уже с собой я собрала. Но теперь осталось собрать себя. И, конечно, сразу вспоминаем про макияж. Ведь от того, насколько хорошо вы будете выглядеть, зависит не только ваше настроение, но и сколько времени вы сможете потратить на шопинг. Каждый шопоголик знает, что подбор тональной основы – это непростой выбор. Сколько раз сталкивалась с тем, что, покупая тональную основу по доступной цене, я была ограничена в выборе оттенка. И тогда неудачно подобранное средство делает из меня любителя солярия или придает болезненную бледность. Хочу поделиться с вами своим опытом. Я нашла идеальную основу Giordani Gold. Она подстраивается под ваш тон кожи, при нанесении сливочная текстура основы превращается в невесомую бархатистую пудру, выравнивающую тон лица. Все мы готовы идти на шопинг, хотя надо подумать и про время, когда я вернусь домой и буду уставшей, как после пробежки на каблуках. В последнее время появился новый тип шопоголика, который охотится не только на суперпредложения, чтобы обновить свой гардероб, но и предложения в салонах красоты и спа-салонах. В крупных салонах для таких устраивают даже недельные туры со множеством процедур. Но часто в силу своей занятости мы не успеваем воспользоваться этими предложениями. Для тех, кто действительно ценит свое время и при этом хочет получить результат и удовольствие салонной процедуры, Oriflame предлагает продукты серии «Шведский спа-салон». Они позволят провести профессиональную салонную процедуру в домашних условиях. Пожалуй, я закажу себе такой набор и оставлю больше времени для похода по магазинам, а вечером с удовольствием дома побалую кожу лица спа-процедурами. А как же будут вести себя наши ножки после шопинга? Обычно мы их просто не чувствуем. Хочу поделиться с вами своим секретом. Меня спасает серия «Актив уход» от Oriflame. Она не просто ухаживает за ногами, но и предотвращает все негативные последствия от длительных прогулок. Спрей снимает тяжесть, крем избавляет от натоптышей, а увлажняющая маска обеспечивает поистине достойный уход. И, разумеется, во время домашних спа-процедур вам понадобятся мягкие и красивые полотенца, которые дополнят уютную атмосферу. И в каталоге номер 1 за покупки вы сможете приобрести потрясающий набор натуральных полотенец модного цвета орхидеи по суперцене. Но в чем же самый главный секрет шопоголика? Откуда появляется энергия успеть пробежаться по распродажам и приобрести самую модную кофточку или брендовый шарфик? Секрет прост. Важно заботиться не только о красоте снаружи, но и о красоте изнутри. Oriflame предлагает потрясающий продукт – омега-3. Жирные кислоты омега-3 благоприятно влияют на работу сердца и центральной нервной системы. По мере регулярного приема омега-3 улучшается цвет лица, а кожа начинает выглядеть более здоровой. Всего 2 капсулы в день обеспечат организм необходимым количеством омега-3. А вы знаете, откуда мне известно про поддержание здоровья? Из нового каталога Wellness. Да, у нас есть отдельный каталог, который начинает действовать вместе с каталогом номер 1. Главная цель каталога – рассказать о ценности продукции Wellness и помочь всем вести здоровый образ жизни в соответствии со стилем жизни и запросами. Мы разработали различные предложения – wellness-завтрак, wellness-ужин и здоровый перекус wellness. И чтобы успеть все, о чем мы говорили сейчас, и чувствовать себя замечательно, надо обязательно начинать наш день с завтрака. Хотите узнать, как сделать завтрак более полезным и питательным? Думаю, да. Более подробно я прошу рассказать нашего эксперта Юлю.
Здравствуйте, да, Ольга абсолютно права. Завтрак должен давать энергию на целый день, завтрак должен быть питательным, завтрак должен быть полноценным, и в первую очередь завтрак должен быть. Если вы не привыкли завтракать, скорее всего, фраза «здоровый завтрак» может вас испугать. Вам может показаться, что нужно встать раньше, купить много продуктов. На самом деле это абсолютно не так. Наш wellness-завтрак займет всего 3 минуты на приготовление для вас и для всей вашей семьи. Все, что вам нужно сделать, это начать ваше утро с коктейля Natural Balance Shake и с одной маленькой упаковки Wellness Pack. И давайте перейдем от слов к делу. И сейчас мы вместе с вами приготовим полноценный завтрак всего за 3 минуты. Я беру 1% кефир, половинку банана, горсть ягод, любых ягод, которые вы любите. В данном случае я возьму голубику. И, естественно, основной ингредиент нашего коктейля – это коктейль Natural Brown Shake. Я использую вкус ваниль. Вот и все. Закрываем блендер. Включаем его на 30 секунд, и ваш завтрак готов. Спасибо, Юля. Спасибо, что были с нами. Мы уверены, вы уже готовы окунуться в рай шопоголика и определились, что купите из каталога номер 1. Смотрите наш каталог, а также ищите его на сайте Oriflame с 28 декабря по 23 января. Ведь в нем вы найдете большое количество интересных продуктов и более 250 из них по самым выгодным ценам. Удачного шопинга с Oriflame!